Здесь мы видим график, который отображает хэширующие мощности оборудования в режиме реального времени. Когда компания, скажем, будет менять оборудование на более мощное, это с легкостью можно будет отследить по данному графику. Данный сайт связан со всеми блоками цепей с независимым ресурсом Blockchain Info, на котором вы лично сможете отследить, в каких количествах, когда, под каким номером и как добывается криптовалюта биткоин. Сейчас я продемонстрирую, как отследить всю цепь. Возьмем для примера вчерашнее число, 28 января 2016 года. И мы видим, что было добыто 4 блока. Раз, два, три, четыре. В каждом из которых по 25 биткоинов. Можем перейти по номеру глубины блока, к примеру, вот по этому. И автоматически попадаем на сайт Blockchain Info, где видно всю цепочку блоков, от времени до сложности. А самое главное, видно блок, награду за один блок в размере 25 биткоинов. В общей сложности за 28 число компании было добыто 100 биткоинов. То есть вот мы это можем видеть. Вот 25 плюс 25, 50, и плюс 25, 75, и плюс еще 25, 100 биткоинов. Для чего нам показана вся эта статистика на данном сайте? Для подтверждения того, что компания не может нас обмануть. К примеру, компания добыла 100 биткоинов, а распределение процента сделала всего по 50 биткоинам, а 50 биткоинов от нас скрыла. То есть, по сути, компания этого сделать не может, так как вся ежедневная статистика по добыче биткоинов находится в публичном пользовании. А возможность просмотра в режиме реального времени их мощностей говорит о том, что их оборудование – это не какая-то легенда, а самый настоящий факт, с которым поспорить просто-напросто невозможно. Также одной из доказательств легальности компании является оценка распределения количества перебора хэшей между основными пулами для майнинга на независимом ресурсе Blockchain Info. На данном графике среди самых популярных майнинговых компаний компания BitClub Network занимает 2% от мирового пула по добыче биткоинов. Вы только представьте, 2% пула по всему миру, и это далеко не предел, так как закупается новое и более мощное оборудование с более продуманной системой охлаждения. Данное оборудование будет размещено в Исландии, это будет самая мощная площадка за все время существования данной компании, которая позволит достичь 4, а то и 6% пула по всему миру. С таким оборудованием биткоины будут добываться еще более быстрее и в больших количествах. Для тех, кто желает посетить данную площадку, посмотреть на все своими глазами, такая возможность существует. Далее, посмотрев вниз, мы видим раздел «Известные блоки», среди которых мы находим компанию BitClub Network и видим номера глубины блоков, которые разбирали ранее. К примеру, берем 28 января 2016 года. Блок под номером 395501. Находим раздел «Награда за блок», которая также составляет 25 биткоинов. Теперь переходим на сайт bitclubpool.com, где мы с вами разбирали статистику и находим тот же блок за 28 января 2016 года под номером 395501. Нажимаем на него, и мы попадаем обратно на сайт Blockchain Info. Это и является прямым доказательством, что эти два сайта связаны между собой блоками цепей. Помимо этого, мы можем видеть кошелек, на котором можем отследить транзакции добытых биткоинов. Также мы видим 4 блока за 28 число добытых биткоинов, то есть вот 25, 25, 25. Как мы помним, за 28 число компании было добыто 100 биткоинов. Но главное, о чем я хотел сказать, когда мы разговаривали с основателем компании Расом, мы попросили продемонстрировать его доступ к кошельку. На что он сделал перевод определенной суммы, которую мы обговорили, с комментарием «Welcome Russia». То есть вы можете вот отследить это сами, посмотреть на это своими глазами за 25 число. Тем самым доказав доступ к данному кошельку. Далее, поднявшись вверх, мы можем увидеть, сколько всего получено на данный кошелек биткоинов. 9162 биткоина.
То есть это солидная сумма, и этот кошелек не является единственным у компании.